Православные христиане 19 декабря чтут память Николая Чудотворца. Накануне светлого праздника, 18 декабря, древняя икона с частицей святых мощей святителя прибыла в Богородице-Скоробященский собор Десногорска. Несмотря на ранний час, под сводами храма собрались верующие, чтобы вместе воздать должное великому святому. В честь него был совершен молебен с акафистом, богослужение возглавил протоиерей Виталий Сладков. Город наш, собор, встречает его святой образ с частицей святых мощей, как такое некое благословение всем нам в укрепление, в надежду, в очищение, в освящение, для вдохновения духовного, для того, чтобы у каждого выросли духовные крылья, которые с помощью духовной радости помогают человеку в этой жизни. Николай Угодник стал самым народным и одним из самых почитаемых святых. Недаром его икона занимает второе место в храмах по количеству после Богоматери. Его также называют Николаем Заступником. Считается, что он примиряет враждующих, исцеляет, помогает обрести семейное благополучие и счастье материнства. Святой Николай – покровитель путешествующих, по морю плавающих. И не только по морю, по всему житейскому морю странствующих. Святой Николай в ответ на почитание, упование, просьбы искренние, молитвы, чаяния, надежды и слезы подают свою скорую помощь. Святыня пребывала в городе до 20 декабря. В течение 2 дней в храме ежечасно проходил молебен. Также был совершен водосвятный молебен и божественная литургия. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.